Хотя вроде как хорошие. Вот, но это лучше. Это рефоршит? Конечно, это рефоршит. Сейчас в батлнете-то без рефоржа не поиграешь. Респ специфичный, скажем так, но в целом неплохой. Интересно, где делать второй барак? С одной стороны, хочется здесь быстренько прокрепиться. Но стоит ли там ставить его? Или не стоит? В принципе, здесь мы справляемся с первым же героем. С нейтралами. Без проблем. Второй, да, напрашивается где-то вот сразу на красный. Но тогда мне придется нычку ставить... Либо крепить нычку без... Что тоже возможно. Да, вполне. Давайте сначала поставим дистанционно базу. Быстренько сюда виспа. Сейчас Мунвелл второй. Специально рандомил расу и... Да-да-да, я такой. Тут еще рандомчик. Короче, крипинг с приоритетом. А там посмотрим. Будем ли мы второго делать? Да, будем второго делать. Потому что как раз тебе на барак сейчас нужно. Оп. Ладно. Ну, бывает, ничего. Чем могу быть полезен? Превосходный план. Здание готово. Что прикажешь? Что прикажешь? Я готов. Жду приказаний. Еще не та падает. Наши чем воины вступили в бой. Чем могу быть полезен? За наши имена. Что прикажешь? Я готов. За наших предков. Жду приказ. Ну давай здесь, да, вот так. Тут арчам. Тут тоже чем сядем. Наши воины вступили в бой. Жду приказаний. Я готов. Как-то так. Я готов. Еще висп. Что прикажешь? Я готов. Жду приказаний. Чем... Ресурсы в ноль, база строится. Сейчас быстренько еще. Приказ поняла. Я готов. Слушай. Жду приказа. Будет исполнено. Не, ну а чё? Жду. Шесть арчей, я думаю, хватит. Приказ поняла. Что прикажешь? Я готов. Чем могу быть полезен? Твой ход. Блин, надо стомпать здесь. Жду приказа. Стреляй. Я готов. Прикажи мне путь. Что прикажешь? Приказ поняла. Хорошо, я готов. Делаем грейд еще. Самое главное, ресурсы не копятся. Чем могу? Укажи мне путь. Жду приказаний. Приказ поняла. Я готов. Крот и честь. Идем на вторую красную. Добавляем Мунвелл. Ну, пока там нычка сделается у меня. Должен попытаться забрать следующую точку. Твой ход. Чем могу быть полезен?
Шредера выкупили. Круто. Да, такой темп. Две центральные точки. Не проблема. Чем могу быть полезен? Мне путь. Твой ход. Жду приказа. Жду приказаний. Укажи мне путь. Я готов. Жду приказа. Приказ поняла. Твой ход. Не проблема. Чем могу быть полезен? Что? Как-то так. Капец просто. Сейчас надо посмотреть, кто у нас сосед. Тир скоро доделается. Я готов. За наши приказ поняла. Времена. Один выстрел. Тут будут артефакты, которые я брать не буду, я чисто криплю для того, чтобы Таурен получил опыт. И после этого только второго героя закажу, чтобы бонус у меня сохранился. Не уверен, как он работает. Бонус, типа, заказан герой или вышел. По идее, должен быть только тогда, когда вышел. Ну вот, ну мало ли что. Скинем здесь еще когти плюс 5. Много когтей. И идем с боем на нашего соседа. Ага, я понял. Давай так. Тогда здесь уже шахта начинает работать. Что ты кажешь? И поехали в атаку. Чем могу быть полезен? Жду приказа. Свеженьких закрепил кто-то здесь. Я готов. Что укажи прикажешь? Мне путь. Ну, такое. Ладно, дрейн. Мана дрейн. Буба рядышком с двумя варденками. Жду приказа. Исследование завершено. Жду приказа. А, это он и есть. Превосходный план. Приказ что поняла. Укажи мне путь. Тебя прозрел. Приказ поняла. Хорошо. Твой ход. Укажи мне путь. Я готов. Жду приказа. Ишерадон. Жду приказа. Жду приказаний. Твой ход. Чем? Приказ поняла. Поехали, в атаку, все. Никто не пройдет. Жду, жду приказа. Я устал от праздной болтовни. Приказ поняла. На крыло укажи мне путь. Твой ход. Что? Приказ поняла. Идем убиваем базу ему. Он строит баток, скорее всего. Сейчас. Жду приказаний. Укажи мне путь. А мне нужно этому помешать. Чем я устал от праздной болтовни. Что прикажешь? Чем могу полезть? Наши воины вступили в бой. Не заставляй меня ждать. Твой ход. Я готов. Жду приказа. Твой ход. Слишком просто. Я готов. Хорошо. Ни слова больше. Приказ поняла. Слишком просто. Наши воины. Наше время. Бой. Жду приказа. Приказай. У тебя прозрение. Твой. Вперед. Ты сам. Приказ.
Да. Что? Архмаг выходит. Здесь батки сейчас будут выходить постоянно. Не диспелит он, к сожалению. Надо сразу брать. Ай. Ну, Мунвелл. Сюда базу. Флейм Страйк. Шреддера никак не могу взять. Ну, в целом все понятно. Делаем третьего героя. Выходим из лимита. Ставим здесь базу одну. Ставим базу, там потом вторую, да, Буба выходит из игры. Я убираю Таурена. Быстренько пройдемся по рабочим. Еще парочка виспов сюда, ставим базу. Шреддера захажем. В первую очередь Шреддера заказать. С лесом сейчас будут серьезные проблемы. Жду приказаний. Нет, не так. Так. Я устал от праздной болтовни. Я готов. На наши племена. Варденко. Ну, Варденко это не очень хороший герой для ФФА. Много ресурсов я сейчас вложил в базы. Да и частично в армию тоже. Надо восстановиться по-быстрому. Арбу обязательно купить, потому что саму Таурену. Дальше взять виспов, уже не трогать, не подстраивать на Шреддере виспов. Ой, в смысле, не постраивать на золотые шахты виспов, так как есть Шреддер. Так, медведь такой. Это сюда. Не хватает еще парочки гиппосов. Достраиваем их. Что прикажешь? В центре никого. Меткость надо сделать. Мне кажется, надо постепенно выманивать здесь. А, уже выманивает кто-то. Я осматриваюсь лучше. Что прикажешь? Никого причем не бьют. Я подожду. Чем могу быть полезен? Здесь третье. Мне кажется, пора. Я готов. Исследование совершено. Жду приказаний. За наши времена. Слушай, вождь. Что прикажешь? Я устал от красной болтовни. Я готов. Я готов. Здание готово. Чем могу болеть? Варна умерла.
Пипец, он такой... Там такой дикий просто этот огр. Он этого Рена тут гасит. Этого Рен шестой. Беру так. 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 Все, уходим. Здесь ставим базу. Давно-давно надо было делать. Вспоминаем про грейды. Вижу центральную базу. Там кто-то поставил. Undead какой-то. Слушаюсь, вождь. За наших предков. Твой ход. Жду приказа. Лечимся. Зло где-то рядом. Жду медведя я отдал. Приказаний. Я готов. В целом, надо было, наверное, все-таки второй грейд на атаку сделать сначала. Что? Ладно, хрен с ним. Поехали сразу андедовскую вот эту базу ушатывать. Не знаю, кто это. Дебаггер. Дебаггер нехорошо. Не с другой стороны, у нас есть флеймстрайк. Ты не мог бы... Чтобы став взять. Ну, есть такие проблемы. С этим с пэтфайндингом. Погнали. Гарги. Хорошо. Сейчас быстренько доделываем все-таки грейды вот такие. Он не хочет мне базу отдавать, его можно понять. Ну, в общем-то, я и не сильно спешу. Помним про то, что необходимо закупаться постоянно. Арбу бы еще одну взять. Желательно, чтобы у всех героев были арбы. Тут виспы. Nature Blessing. Есть прекрасная еще одна корона королей. Жду. Ну и будем сейчас его штурмовать снова. Он штампует гарг. Мне нужно сбагривать, видимо, гиппогриф арчеров. Ну, рейдеров вот этих вот всех. Пару свитков надо брать. Угу. Убиваем ему эту нычку. После этого еще точно будет игра, так что, если вы подошли. Мы польскую играли, потому что у нас не хватало народу. Да начнется охота. Погнали. Сейчас нужно размениваться мне. Что там по грейдам делается в процессе. Но недостаточно золота. Ну, дебаггера здесь база, естественно. Минус шахтам.
Зиггурата было бы еще неплохо забрать. Апкип дикий. Это мне не нравится. Ну, погнали дальше. Надо провоцировать его. Он немножко не собран. Да, он не готов. А, там еще сзади идут. Дебаггер пишет, ГГ выходит. Ты Йола. Все, сожрали. Так, ну следующего надо убивать. Доделываем апгрейды. Давайте-ка я быстро сделаю телепорт. Ну, чтобы не терять время. Чтобы быстро восстановиться и двигаться дальше. Почти на всех хватило мануэлов. Удивительно. Так, давай-ка. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Ты телепорт покупаешь. Бежишь сюда. Варька берет. Да, я понял. Это химерницы, это древо ветров. Это, соответственно, свиток один инву. Это центр. И на вот этого вот товарища, на Йоло с Тауреном, с пандой опасный. Мы идем, берем еще одну корону королей. Потому что Тауру можно взять? Не уверен. Кстати, это вполне вероятно его база тоже, да? Нет. Здесь соберем еще один свиток лечения. Я бы, если честно, Варденке передал хотя бы одну корону королей. Она довольно слабое звено. А Таурену имеет смысл слот освободить, просто чтобы свитки были. Сейчас вместо одного свитка у нас три. Забираем эту базу, забираем левую базу. Он точно отстроился. Здание готово. Здание готово. А-а-а. А это не его. Но все равно освобожу. Это несколько секунд буквально. А у меня будет место, где можно базу поставить. В целом готовимся выходить в чистый воздух. Я имею в виду не гиппогриф Арчера, а чистый гиппогриф. Так, Ричингиола, СМФ, Зизи. Моя задача быстро сейчас убивать людей, очень быстро убивать людей. Никто не
Панда шестая, успеем убить? Не успеем его. Не, не успел. Но он хотя бы уже превращался. Было близко. ГГ, ГГ. Много XP получили. Потеряли 5 лимита. Это хороший показатель. Так, что дальше? Дальше закупка героев. Дальнейшая покупка свитков неподалеку. От арчей точно надо избавляться. Узнать, какие там в целом есть герои. Чем могу быть полезен? Есть еще одна корона королей, шикарные артефакты. Ну и игра идет вообще как по маслу. Смотрим, кто по центру есть. Нету, да? А здесь? Здесь СМФ, наверное, да? Да, СМФ. Так, я не хочу оставлять... Точнее, наоборот, я хочу оставлять СМФ. Мне нужно быстренько вписаться куда-то, кого-то убить. Вот, например, Зизи. Чисто ради экспы. Исследование завершено. От меня ничего не скрыть. Я не знаю, где у него база. А, вот у него база, все ок. Где-то рядом. Закон, это я. За какон. Бедный мишка. Гэгэм. Хорошо. Проверяем здесь другого соседа. Вообще, у СМФа воздух. Я думаю, надо... Кто там еще остался? Вообще надо делать химер. Надо убивать арчей. Надо заказывать парочку талончиков. И гиппогриф. Закупать свитки лечения. Телепортироваться домой. Не, давай по барденкой попробуем. Я железный кулак правосудия. Исследование завершено. Здесь строить нельзя. Я прилетел на крыльях ветра. Давай так, 10% все-таки урона. Дальше мы арчей убиваем. Гиппосов лечим. Это я не арчей убивал. Делаем химерницу, делаем еще гиппосов. И за счет высокоуровневых героев, в первую очередь. Ой, денег не хватает. И это у меня там 4-5 баз работает. Вот что значит на лимите не сидеть. Я не прав. Что прикажешь? Я готов. И свитки нужны. Могу быть полезен. А свитков-то нет. Так, давай минус. Пойдем поставим здесь базы. Что прикажешь? Здесь вот две базы поставить надо. Раз.
и 2, но там не очищены. Ладно. Вот здесь еще тогда одну. Там у СМФа теоретически может быть сопоставимая экономика. Но мне кажется, учитывая количество людей, которые я убил, ну, то есть на карте, видите, побольше половины чуть-чуть, у нас должны быть просто герои получше, повыше по уровню. И я на это рассчитываю. Что мы сможем... Но тем не менее, все равно нужно убедиться в том, что после... Ну, что у нас есть экономика. Вот мы сейчас пойдем, разменяемся... И при этом это будет не ластец. Даже если он пойдет в контратаку, у нас будет возможность кого-то достроить. Нужно как минимум 2 свитка купить. Как минимум. А лучше 3. Ну, типа протекшн и 2 хила. Ну и дальше можно маршем на СМФ. Он странно, что еще не справился со своим вторым соседом. Это тоже хороший знак. Потому что, возможно, товарищ его сдерживает. Еще одна корона королей, но, к сожалению, некуда. Погнали. Сносим центральную. Он не телепортируется пока что. А нет, он идет. Блин, хреново. Ну что, нет? Да не, вроде никого не потерял. 97 лимита. Одного гиппогрифа потерял. Я не понял, почему. Сейчас пойду затарю здесь. Пока он собирается мыслями. Ну, он все слил. А, ну, герои низкоуровневые. А он все свитки выкупил. Ух ты, а тут еще Хуман живой. Ну, хорошо. Допустим. И Хуман пришел. Бедный СМФ. Да. Ну, вот Ричинг, он вообще с битыми-прибитыми героями. Но с Ричингом я не могу сражаться. Ну все. Дальше нам нужно свалить, подлечиться. Такой тиминг классный получился. ГГ. Я телепортируюсь отсюда. Ну и лечимся. Есть мунвеллы, отстроенные специально. Наш рудник почти истощен. Чем могу быть полезен? Превосход. Самое главное просто сейчас купить 3 свитка. Кстати, здесь талоны могут зайти. Потому что сплэша не будет, а магический урон хороший. По вертолетам я имею в виду.
Берем свиток раз, берем свиток два. Магазинов вдоволь. Танюшка, Танюшка, привет. Ты видела, как сегодня Рен Симба косплеила? Блин, я зашел, как в зеркало глядел. Было очень странно. И все, идем убивать. Ориентировочно убивать все-таки. Я готов. Я устал от праздной болтовни. Вампиризм беру еще. Паладиновская аура есть. Он, скорее всего, занял какую-то из центральных, одну базу. Мне кажется, что скорее эту. Нет, не занял. Значит, периферийный высасывает. Все, идем добивать. Повезло с героем, повезло с расой, повезло с тем, что соседи. Ну, то есть тут просто игра такая проблемная, так скажем. Ага, вот он идет сзади. Эти Сталлоне как жарят. Ну, Таурена пытаются, наверное, случайно пытаются убивать. Потому что... Так. Нормально. Уже несколько раз именно такой состав героев вижу у тебя. Бладмейдж, согласен, часто приходит. Таурен... Мог бы и почаще заходить.